Слушайте все. Я на месте сбора. Пора нам спасти бы эту Эгею. Поняла, Элой. Мы уже в пути. Элой. Где остальные? Неподалеку. Наш умник не вынес путешествия в компанию. Все уже здесь? Тогда начнем. Туннель. Древний эвакуационный выход. Из руин на острове. Когда я поняла, что он идет на материк, то подумала, что будет полезно иметь личный вход. И скрыла его от остальных. Пошли. Хотелось бы, чтобы путь на базу не был таким пахучим. Согласен. Стартовый комплекс там. На площадке укрытий мало, поэтому пройти сможем только здесь. Комплекс охраняют призраки. А в случае тревоги из ангаров еще появится. Ясно. Альва и Катало, идите. Куда это они? По важному делу. Эрент, ты со мной. А вы займите высоту для огневой поддержки. Звучит весьма разумно. А она что? Рядом сенсорный узел. Если я его взломаю, то смогу обмануть сеть и помешать им вас засечь. Но ненадолго. Тогда приступим. Еще одно. Свяжи меня с Бетой. Только звук. Элой. Мы здесь. Идем тебя спасать. Ты же знаешь, что делать. Главное, вы сделаете свою часть. Сделаю. До встречи. Береги себя. Идемте. Беги к пусковой вышке как можно скорее. Я постараюсь скрыть наше вторжение. Там враг. Давай за мной. Так я и делаю. Огнем ее не возьмешь. Потом дам. Да, она есть. Как бабы! Извини!
Думаю, ты прав. Что-то нашла? Да. Теперь наверх. Надо идти дальше. В рюкзаке что, железные бруски? Элой, мы с Альвой подходим к регулятору. Держи в курсе. Как тут жутко. Не бойся, я тебя спасу. Вот бы мне план. Кажется, я придумал, как перебраться. На этом острове много мертвых машин. Мы перебили немало, когда приземлились. Их останки могут тебе пригодиться. Еще один призрак. В обход или в лоб? Решай. Уже устал? Ага. Да! Долой эти заросли! Прошу. Бери, если... Живи и убивай врагов! Эйлой, иди дальше! Мы переберемся по корпусу буревестника. Я их ненавижу. Но лучший буревестник — дохлый буревестник. Помнишь старые добрые деньки, когда мы считали, что в опасности только Меридиан? И не переживали за весь мир. О, да. Славное было время. А, еще призрак. Атакуй, я следом. Давай, давай! Ха-ха!
Поспешим. Сюда, на эту скалу. Что нашла? Пару деталей. Нам нужно пробраться за этот угол. Я постараюсь не ныть. Я вижу впереди путь. Не стой! Спешу изо всех сил. Ты в порядке? Вроде. Похоже, у остальных все под контролем. Понадобится забег. Не пиво, но тоже сойдет. Да сколько же еще здесь призрак? О, больше, чем мы сможем победить за один бой. Вперед! Нам наверх! Элой, мы с Альвой на месте. Давайте, взрывайте установку. Сейчас только запалю заряды. Альвы и Каталла справились. Теперь очередь Беты. Элой, у нас тут проблемы. Ты собиралась остановить призраков в самое время. Это не от меня зависит, а от Беты. Нужно только подождать. Но ждать мы не можем. Сюда близко.
Идем. Надо попасть в стартовый комплекс, пока не началась бойня. Трюк у тебя получился хитрый, но ты снова выпустила Гефеста на свободу. Он без сомнения вернулся в сеть котлов. Один раз поймали, поймаем еще раз. Или, может, даже придумаем, как заменить его. С базой данных Аполлона. Элой, если у нас ничего не выйдет, я буду жалеть об этом. О чем? Что нам пришлось тут карабкаться. Та скала станет нашим мостиком наверх и вперед. Ясно. Не все призраки сражаются с нашими машинами. Ну да, иначе было бы слишком просто. Сюда. Кажется, направо. А тут налево.
можешь пройти к пусковой вышке через ангар. Я тоже иду, там мы встретимся. Ангар поврежден, но я вижу вход. Быстрее, Элой! Еще один! Сарай скоро рухнет нам на голову. Тем более стоит поспешить, сказал парень, который идет далеко. Скоро приду, не сомневайтесь. Ты тогда надеюсь, эта штука у меня на спине сработает. Элой, было непросто, но Катала доставил меня до сетевого узла. Подключаюсь. Отлично. Мы почти у вышки. Понятно, кто устроил тут переполох. Зверушка тебе. Сайленс, тут зениты. Ты можешь отключить щиты? Да, запускаю. Стой смирно. Это бессмысленно. Мы неуязвимы. Поймите, вы вредители, проползшие в щели в нашем подвале. Сайленс! Терпение. Но я пощажу вас, если отдадите Тильду. Думаю, можно смело сказать, что она перестала быть частью нашего общества. Сейчас. Нет? Молчите? Ладно. Что ж, ребята, пристрелите! Нам что, стоит испугаться? Thank you.
могу сбежать. Он с легкостью подготовит челнок к взлету. Тогда он поднимет Бету и Гею на орбиту, а потом на Одиссею, где нам их не достать. Мы пойдем туда. Других вариантов не вижу. Пробьем себе путь. Готовы? Надо забраться на вышку и освободить Бету. Элой, мы... Умри, железная погонь! Прошу прощения. Мы справимся, если Альва поторопится. Я уже почти в сети. Постарайся изо всех сил. Подъемник. Хорошо. Мы с тобой еще не закончили, малышка. Жалеешь, что у тебя его нет. Хотел бы я забрать тебя с собой. Почти забыл, что это такое боль. Теперь повеселимся, да?
Беги. Спасай сестру. Я найду остальных и прослежу, чтобы все пошли. Системами. И над подъемником? Боюсь, что да. Он закрыл доступ к верхнему этажу. Дальше придется лезть. Мне пора. Я близка к цели. Все живы-здоровы? В основном. Мы разбираемся с последними призраками. А что с зенитами? Похожие мертвы. Зо сказала, ты прибила Эрика. Отлично. Да. Спасибо. Ну что, остались только Тильда и Джеральд. Элой, ты там? Слушай, я проникла в сеть, но только на минуту. Потом все вырубилось. Я нашла полетные планы и траектории движения. Будто зениты хотели улететь с Земли. Но это бессмыслица. Да. Но это не все. В файлах я нашла много упоминаний чего-то под названием Немезида. Что бы это ни было, зениты его боятся. Альва? Альва! Что тут происходит? Может, это поможет мне разобраться? Если она жива. Уже почти. Вот и все. Поставим точку. Ты в порядке? Слушай, я знаю, что тебе досталось, но ты должна помочь мне попасть в сеть Зенита. Мне нужны их данные, все, что связано со словом Немезида. Ладно. Туда. Системы всей базы упали.
так что я прорвусь через защиту. Так, Немезида. Это что-то в далеком космосе. Следует за зенитами на Землю. Смотри. Векторы побега. Вот что хотела сказать Альва. Зениты не планируют тут оставаться. Это какая-то машина. Или целый рой, энергетический след. Колоссальный. Элой, мне кажется, колонию на Сириусе уничтожило не стихийное бедствие. А эта штука. Земля для них не новый дом. А остановка на пути. Они в бегах. Вы времени не теряли. А ты мне соврала. Что такое Немезида? Это мы. Сознание дальнего зенита. Точнее, их неудачные копии. На Сириусе некоторым моим коллегам бессмертие показалось маловато. Они хотели выйти за пределы тел. Загружать сознание в любой объект. Природный или механический. И Немезида была неудачным опытом. Забытым, но не стертым. Огромную базу наших воспоминаний, эмоций и предрассудков бросили гнить. И она уничтожила колонию? Мы поняли, что она обрела сознание лишь когда она сбежала. Она знала про нас все, что ей было нужно. Протоколы защиты, характеристики систем, коды перехвата. Она взломала все в доли секунды. Захватила все принтеры-конструкторы и смогла создавать любые машины, чтобы нас уничтожить. Зачем? Представь, что ты много лет сидишь в заточении, а рядом лишь тысячи безумных голосов. Она ненавидела нас за то, что мы ее бросили. Теперь она готова на все, чтобы убить нас. И не позволит, чтобы Земля стала нам прибежищем. Сигнал истребления, пробудивший Аида. Его послали не вы, а Немезида. Наконец-то ты поняла. Сигнал не сработал, и она покинула Сириус довершить начатое. Поэтому мы должны сбежать. На любую планету, к любой звезде. Туда, где она нас не найдет. С Геей, чтобы построить там новый мир. План таков. И сейчас. Земле конец, Элой. Немезида убьет все, чтобы лишить своих создателей дома. Но мечта Элизабет будет жить. Летим со мной к звездам. С Геей мы создадим новый мир. Там, где это чудовище никогда нас не найдет. Что? Нет. Я любила Элизабет. Сильнее, чем ты думаешь. Я оставила ее погибать вместе с остальным человечеством. Об этой ошибке я жалела тысячу лет. А теперь она снова передо мной. Не какая-то жалкая копия. А самое настоящее. Это не просьба. Ты летишь со мной. Это жестоко, но через пару веков ты меня простишь. Ты меня не заставишь, Тильда. У тебя нет щитов. Есть кое-что получше. Призрак главный. Сюда. Беги к двери! Сдайся, Элой. Тебе не победить. Стой!
нет зла. Стихийный урон повреждает пластины. Она напала на тебя и рассказала про Немезиду. Так значит, ты все знал? Да, Атаида. Как и способ обойти защитные барьеры Зенита. Я создал армию мятежников, потому что знал это, чтобы попасть сюда сейчас. А мне не мог рассказать? Брось, Ло. Ты же вообще не умеешь идти на разумные компромиссы. Когда Аид рассказал про Немезиду, я понял расклад и как надо сыграть. И в тот же момент я понял, что в эту игру ты точно играть не будешь. Что ты вмешаешься и решишь спасти Тенакт. Я был прав, отчасти. Ты сорвала мои планы, но успешно выполнила свой. В итоге результат тот же. Мы здесь. И теперь мне пора покинуть эту обреченную планету. Захватить Одиссею и базу данных Аполлона. И начать новую главу моей гонки за знаниями, на этот раз бесконечную. Летим со мной, если хочешь. Ты это более чем заслужил. В отличие от Тильды, я приглашаю вежливо. Ты просто бросишь все и улетишь отсюда? Останься. Помоги защитить Землю. Возможно, Тильда не до конца все прояснила. Немезиду не остановить. Она разрушила колонию Зенита за несколько часов. Какие шансы у примитивных племен Земли? С Геей в руках ты спасешь земную жизнь. Посадишь ее семя в новом мире. Как сделала Элизабет. Это ее выбор. Пожертвовать всем, что было, ради надежды на то, что будет. На твоем месте. Сегодня она бы села на борт челнока. Нашел. Она жива? Жива, здорова. Слава десятым. Прощай, Сайленс.
Она в порядке. Выглядит воинственно. Как всегда. Элой, ты справилась? Куда он собрался? Так далеко, как только можно. А. Уверена? Ты остаешься? На время. Вам тут пригодится любая помощь. Кто будет со мной пить? Твой Эль, мы не будем. А, я бы лучше поспала. Отличная идея. На сей раз и правда все. Впереди новая битва, Элизабет. Не похоже на ту, что ты вела. Она не даст надежду на создание нового мира. Но должна спасти тот, что есть. У моих друзей новое задание. Предупредить всех и найти союзников. Они не жалеют сил. Думаю, они всегда знали то, что я только сейчас начала понимать. Что люди этого мира могут победить в тяжелейших битвах. И решить самые трудные задачи. Преодолеть самые опасные препятствия. И встать на ноги. После самых тяжелых ударов. А я не могу сказать, что не боюсь. Бой, что ждет впереди, будет сложнее, чем все, что были раньше. Но страх меня не остановит. Потому что впервые в своей жизни я знаю, что не одинока.